Средняя скорость пополнения запасов составляет горючего и смазочных материалов 9 тонн в час. От трибуны вашему вниманию представлена работа комплекта беспричальной заправки кораблей БЗКР-100. Осуществляет разведку по выявлению состава базирующейся силы постов. Осуществляется подвоз продовольствия от ФГКУ регион города Владивостока. Приходится обстрел цели. Одновременно с попыткой прорыва и введения противодиверсионных сил и средств обнаружены диверсанты противника, двигающиеся по берегу в направлении Патерны.